Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами создали проект в мастере презентации, и теперь нам нужно сохранить проект для дальнейшего редактирования. Чтобы сохранить, мы переходим в файл на верхней панели, файл, сохранить как. Находим эту строку, и на рабочем столе у нас есть папочка, тюльпаны, слайд-шоу, тюльпаны. Прописываем и сохраняем. Теперь переходим на рабочий стол. Смотрим в нашей папке. Находим тюльпаны. И видим вот такое колесико. Это и есть наш проект, который мы в любой момент можем включить, открыть двойным кликом. И отредактировать так, как нам нужно, если что-то нас не устраивает. На этом все. С вами была Наталья Нагорная. Создавайте, видите. А в следующем видео мы с вами продолжим редактирование нашего слайд-шоу.